Сегодня в Алди я купил сыр французский, goat's cheese, garlic and herb. Так, produced in France, фирма Emporium, состав Aldi. Так, стоит это все дело, значит, так, 150 грамм, стоит 1,60 фунта. Состав сыр, соль, гербы, гарлик паудер, потассиум. Потассиум — это такое вещество, чтобы бактерии не развивались лишние. Открываем. Пробуем. Нет, не мой вкус. Короче, что-то типа творога с чесноком и укропом. Дерьмо редкое.